Cool. Спасибо. Итак, время сейчас 1:12. Я получила ХП. Сейчас я ее рассмотрю. И расскажу вам, я все еще нахожусь в 42-й школе. Я знаю, что сейчас еще на некоторых участках продолжается подсчет, а итоги уже объявили. Итак, протокол на русском языке только лишь, а на казахском языке почему-то нет. Итак, для очередные выборы участковой избирательной комиссии результаты голосования в неочередной. Итак, результаты подсчета голосов число избирателей, получивших избирательные бюллетени. Когда у меня не сохранилось, к сожалению, такого видео, где я подходила к председателю и спрашивала, когда же я смогу получить бюллетень. И он сказал, мы имеем право создавать бюллетень этот 12 часов. И тем самым он хотел показать, что зачем вам ждать и так далее, и так далее. Я тогда сказала, хорошо, я буду ждать столько, сколько нужно. И демонстративно села на стул. Через некоторое время ко мне подошли члены избирательной комиссии и попросили освободить стул. Более часа я стояла на ногах. Мне некуда было присесть. Из-за того, что с 7 часов утра постоянно напротив светили лампы, то в 2 часа дня мне уже было тяжело смотреть, а при этом нужно было не отрываться от урны. В 4 часа уже вообще невозможно было, болели глаза от того, что так направили лампы в сторону наблюдателей. И в какой-то момент вдруг я вспомнила, как фильмы из Советского Союза, когда фашисты пытали партизан, они направляли лампу в глаза, смотри сюда и так далее. И мне почему-то всплыли такие вот исторические моменты, когда моего деда в 1938 году, он был репрессирован, и я всегда думала, что кто-то же на него написал тогда эту анонимку, донос, и кто-то же это сделал, и его потомки живут же сейчас, это его внуки, этого человека, который когда-то так поступил, и, может быть, мой дед тоже подвергался тому, что, может быть, и моему деду вот так светили в глаза не один час и не 2 часа. Этот процесс длился с 7 часов утра до 8 часов вечера. И вот такое ощущение, что этот документ готовился заранее. Заранее, потому что здесь подписи были заранее сделаны, а это уже дописано потом. Дописано председатель и секретарь. Вот ручка уже дописана. Ну что, вот и закончился. Самый последний штрих – это вот этот документ. В принципе, он мне не нужен был, но раз я уже решила, что сделаю все до конца, решила, что сделаю все до конца. Ну, посмотрим.